love you so. Hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I pray, when I pray, I never stay. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Всем привет! Это начало влога чемпионата в Украине. Вы спросите, почему я в зале? Потому что у нас сейчас тренировка. И потом мы сразу же уезжаем на маршрутке. Я уже прошла два вида. Ленту, обруч. Ну, обруч хорошо был. Это Алинин влог. Да. Всем привет. Боже, мы такие мокрые, это капец. Я сейчас буду снимать этих, вон они там. На тренинг запрошується збірна команда Одеської області. Девочки, что это было? Капец. No comments. На килим запрошується збірна команда Одеської області. Мы закончили нашу супер-пупер тренировочку. Сейчас отдыхаем и ждем автобус. И прямо вот отсюда мы будем выезжать. Как ваши ощущения по поводу тренировки? Мне все подходит. Я не ухожу никуда. Я не посылаю никого. Я иду никуда. Я сейчас немного доскладываю чемодан. Сумочку нужно сюда как-нибудь запихать. На 0,5? Мне прям в бошку будет заходить. Нет, пожалуйста, я отказываюсь. Началось. Все маршрутка много. Мы сели маршрутку. Это что? Это что? Это тебе вообще-то. Пойди. А как меня можно? Просто. Привет. Ой. I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. Ooh, it's cinematic in the way we connected. Girl, you're so familiar, I never expected you to be right in my arms, my favorite part. How you talk in the dark, oh God, there. Первая и последняя остановка. Мы где-то ближе к Умани сейчас. Заехали на заправку. Видите, Алина Кия просто американка. Ева влог... Ой! У Леры влог! Запикаешь, короче. У меня тоже влог вообще там. Салона карамель есть. Давай салону карамель.
чтобы жизнь малины не казалась. I heard you in a song, now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. Ooh, we're cinematic in the way we connected. Girl, you're so familiar, I never expected you to be right in my arms, my favorite part. How you talk in the dark, oh God, there's something about the sound of you is stuck in my head. I'm hopelessly romanticizing all that you said. Мы приехали. Сразу в зал. Почему? Ну, а куда ты потом приехал? А где наш Royal Olympic Hotel? Пешком, пешком на гору. Мы приехали, наконец-то! Ура! Baby, I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Wanna be yours. Я обрисовалась чуть-чуть. Обрисовалась. И мячики круглые, хотящие. Пинько потеряла тебе не вместе. Она кажет, что я украла. Вот и Пенько с тюленем. Ядовская! А я? Ты, блин! Ядовская, мы остаемся! Боже, я уже забыла, как выглядит этот монтаж. Монтаж. О, я скучала, боже, под спорта. Мне кажется, мы все скучали. Кошмар. Что-то так страшновато. Немного. Все, девочки, давайте ко мне. Мы готовы к команде, команда Вина и Олдовской. И запрошена команда. Ау, привет! Как она попадет вот в этот влог? И хоть так. Пошла. Так, мы сидим в зале. Ждем, будем сейчас болеть за наших групповичек в КМС. А она, кстати, хорошо выступила скакалку, и у нее второе место, прикиньте. Ладно, не карту завтра на булавы. Держать, мы запутаемся.
Девчонки, привет! О, подожди, подожди! Легенд, легенд, давай! Серёжечка! Бобля! Давай! Боби! Thank you.
пожалуйста, только, чтобы мы еще не застали. Просто звездочки, просто трэш. Ура, наконец-то в отель. Живем мы, кстати, как обычно. Как обычно. У Евангелина Бенеш. Hello, соседи. Заказывали заселение в 22:06. Получить. Да. У нас, кстати, вот такой вот же номер, только я случайно закрыла свой. Мы сейчас идем в магазин. Он идеальный просто. Мой чемодан стоит здесь. Я не понимаю, что он тут стоит. Я случайно закрыла дверь, теперь не могу сюда зайти. Класс. Здравствуйте, это наш рум-тур. Короче, мы живем в 218. Мы живем в гномьем домике. Кстати, реально. Место ноль. Вы же помните влог с Кубка Украины, и я там жила в намного больше номере. И вот такой-то маленький, но все равно он такой красивый. Лакшери. Это да. Вам не белая церковь. Лакшери Royal Grand Beach. И вот такой вот у нас еще туалет. Ничего необычного, все как по стандарту. Крутое зеркало. Ставлю лайк. А еще есть фен. И тут тоже зеркало. Разбирайте. Божечка. Ой. Спасибо. Четыре. Все. Спокойной ночи. Пока-пока. Так, мы пришли уже в номер. Ой, не то включила. Не тот романтик. Сделали романтик. Боже, я так устала, вы себе не представляете. У нас нет холодильника, ну, это капец. Еще нет чайника. Я буду сосиски хранить за окном. А я йогурты свои. Сейчас мы будем переодеваться, отдыхать и идти чай пить. Чаёвничать идём. Чаёвничать. Мы идём чаёвничать. К девочкам, у которых есть чайник. Потому что у нас его нету, а еще мы очень голодны, потому что не ели, ну... Сосиски. Сосиски. Не ели мы с самого утра, как только покинули... Ну как, ели, но не очень. Или просто не ели. Покинули зал, как только мы уехали. Вот как-то так. А еще завтра мы выступаем в 5 часов вечера. Короче, мы пришли к девочкам. Ну, норм ужин. Норм ужин у нормальных людей. Все нормально. Но... Нет. Ненормально. Есть одни проблемки. Скинули списки, и я, оказывается, не Мышаева Алина. Я Мышаева Диана. Если меня так завтра вызовут, то я не выйду на ковер. Я скажу. Это не я. Ценный я. Кто это вообще? А ну-ка быстро мое имя назвали. Блин, я хочу Николь. Мышаева Алина. О! Знаешь человек. Сейчас будем ужинать, пить чай. Вот так вот. Приятного аппетита. Приветик мой. Светик. Семицветик. А сегодня в повесту два. Деспотерься. Машина. Время уже позднее, и мы только собираемся ложиться спать. Всем спокойной ночи. Всем до завтра. Завтра удачно мы выступаем обруч-мяч. Всем доброе утро. Мы только проснулись. Боже, я спала очень плохо.
тут ездят машины, и мне все время кажется, что какая-то ракета летит. И она такая... Уи! Уи! И я такая... Хоть бы не бомбанула. Что? Я не знаю про что. Hello, подписчики! Что стащила? Ворона стащила! Что стащила? Я замечаю, что какая-то... Доброе утро, 2.0. Мы только что заснули, поспали, выспались нормально. Сейчас будем собираться, уже будем делать макияж, гульку, идти в зал, болеть за КМСов. А потом уже будем разминаться и выступать. Я пришла к Ксюше, Ксюша мне будет делать гульку. И у меня пока вот только одна стрелка готова. Люди постоянно рискуют. Мы рискуем сократить срок своей жизни каждый раз, когда садимся в машину или курим сигарету. Все делают одно, рассчитывают свои шансы и надеются... Я уже собралась. Вот у меня такая вот гулька, снова как башенка. А мы уже вышли и опаздываем в зал. Опаздываем в зал, потому что нужно посмотреть на Чулика и на групповых. Да потому что мы проспали. Да. Так, мы только что поняли, что забыли браслетики. Но нас так пустили, так что все. Нормально. Туда. Блин, а мы опоздали. Все-таки. Привет, мои дорогие подписочники. Как а у вас дела? Тут вообще не бывает. Да, кстати. Я потому что ты не живешь со мной. Ну, зато вы видели, какие мы звезды. Я там вообще пела, тусаю эту крысь. Я говорю, мы когда мы смотрим на вас, такая, и ты поешь, такая, боже! Я пою! Мне надо было чисто там микрофон на таком дать, и все. Там еще тренер сделал, это же такая красочка, она прошла, но она принята карала. Она была вся... Может, если я так угорала? Раз. О, с первого раза! Ну, нет! Нет! Да, ну, плачет! Не обходится, Таисия Мордова, Литраймо. На другом месте большая команда Украины. Ума Шамилова. Кира Шейкина, София Кульс. Великі прохання, будь ласка, всі судді, займіть свої робочі місця. Ми продовжимо наше змагання за програмою майстрів спорту, індивідуальна програма «Обруч та м'яч».
і розпочинає потік Рівненська, Миколаївська, Чернівецька область. Час прийдемо розмінатися. Удача. Тут только удача, наверное, я не знаю. Ладно, обруч, в принципе, я могу сделать нормально, так же, как и мяч. Так что тут ничего сверхъестественного быть не должно. Но только если я не буду тупить, и все будет шикарно. Перезагрузка системы, сбой в системе, расслойка логики, мозги плющат! Я дебил, придурок. То же самое. Мы вдвоем просто сестры. Я даже маме не хочу звонить, честное слово. А еще мне бесит то, что оба тренера в соответствии. И никто не может знать, как я выступила. Я упустил то, что я сделала. Мне это рассказывала уже. Зато ты сделала слово. Мне очень понравилось. Особенно мяч просто. Это мяч просто. Просто любовь. Краш, я люблю. Я обожаю твой мяч. Я с обручем последний раз этим упражнением выступала. Я буду менять. Я ставлю 7 из 10. Я ставлю 0. Thank you.
в отель. А потом мы пойдем в Гулливер покушать. Не знаю, в обруче она мне сказала что-то, она ни в одном, ни во втором предмете. Ну, типа. Мы сейчас пойдем кушать в Гулливер. Мы пришли в Гулливер и сразу идем в Синнабон. Да. Это, ну, наверное, то, ради чего мы ехали вообще в Киев. Да. После обруча мы так не думали. После обруча я думала, ну хоть бы не сдохнуть. Это божественное, просто пахнет запах. Все, гимнастки пришли есть. Всем пока. Блин, облом, все раскупили. Хорошо, мне кушать. Давай себе. Ну да, ну да. Где бы еще мы встретились, как не? Фудкорте. Фудкорт. Там вообще какая-то рандомная девочка прицепилась, она завоевала Сашу. Никто не знает эту девочку. Ты хочешь ребенка? Детей, опять. Давай так. Сразу видно. Ай. Здесь не работала. Скупились обычной нормальной едой, как студенты. Сейчас будем идти в номер пешочком. Наконец-то, я не ела с самого утра. Капец! А мы только как бы зашли. Мы заходили, был день, а уже ночь. Куда время летит? Камон! Мы наконец-то получили списки. Завтра выступаем в 11 утра, рано. Придется встать завтра в 8, по-хорошему, чтобы накраситься. И потом выйти в зал. Надеюсь, завтра все будет намного лучше, чем сегодня. После тяжелого, плохого дня. Честно, очень плохого. Очень плохого. Вместе спирту ноль. Мы решили бахнуть винишко. Безалкогольный газовый напиток. Ну, да. Хоть такое, ну что? Ну, хоть как-то так романтик устроим. О! О, вот это по-нашему. Все, ребята. Пьем до дна. Давай, чтобы наш завтрашний день был лучше, чем сегодня. Все, за хорошую работу. Все. Всем спокойной ночи. Что это за музыка на заднем плане? Всем спокойной ночи. Всем доброе утро. Мы только проснулись, а уже нужно собираться, краситься. Ой, что-то у меня хулька на боку. Краситься, завтракать и выходить в зал. Сегодня просто на удачу. Смотрите, какой у меня есть пучужок. Сейчас будем гладить ленточку. Нужно начать собираться и краситься. Мне очень лень. Мне безумно лень. Но нужно что-то делать, потому что уже скоро нужно будет выходить. Просто мы, во-первых, опаздываем, а во-вторых... Начался ливень! Посмотрите! У меня нету ничего! Блядь. Как я дойду? Боже, кое-как я накрасилась. Я вся блещу, потому что я вся в хайлайтере. Трешак, еще и ливень. Замечательная погодка, знаете ли. Не, ну это лучше, я считаю. Просто забыли. Я думаю... Нет! Посмотри! Это отвратительно! Тут ленняка просто капец! Я считаю, это какой-нибудь, не знаю, знак свыше, что не надо идти в зал сегодня. Я вся...
вся мокрая. Ты знаешь, что не надо идти в зал? Там что-то явно не очень. Не очень хорошо сегодня будет. Всем привет, это наш влог. Мы ждем, когда Алина будет выступать. Да, они выступают в 11:11, начинается первая одесская девочка. Ну, не знаю, как ее зовут. Просто там постоит. Простите, я не знаю, как ее зовут, а я не знаю, кто первая. Ну, там, короче, там, вот эти все, короче, да. Вот, а сейчас мы идем в Гливер. Вот. Девочкам удачи. Алина, не забудь это вставить, пожалуйста. Не забудь. Это, ну, это главное. Я даже буду смотреть ради себя этот влог. Так. Боже, и самое главное, то, что я словила все в ленте. Я в шоке. Марина Геральна похвалила, сказала то, что ну молодец, наконец-то собралась. Не то, что вчерашний обруч. Вчерашний обруч был просто убейте меня заживо. Выкините меня там, похороните меня там где-то за плинтусом. Я рада. И даже СП похвалила. Диан здесь. Фигней страдают. Да. Ужас, волонтеры. Вообще нас никто не слушает. Да? Реально? Да. Мы закончили. Мы идем домой и зачем нам. Они. Мы идем в Гулливер за победными синабонами. Всем привет, друзья. Я сделала Гулливер. Молодец. Всем пока, ребята, я хочу уйти из этой жизни, просто повеситься. СВ даже сказала то, что я молодец, просто красотка. С окончанием всех. А нельзя было такую погоду, когда мы шли в зал? Я вся промокла.
Ура! Мы пришли, и они есть. Хоть что-то приятное и хорошее за сегодняшний день, кроме моего выступления с лентой. Я снова одеваю полотенце на голову. Ничего не знаю. Идеально просто. Ой, еще и ветер. Класс. Ставлю лайк этой поездке. Ой, посмотрите вот на это чудо чудесное. Смотрите на бардак, мы выбегали. Ехать в Киев ради чего? Нет, ехать в Киев ради Синнабона? Да! Да. Вкусненько пообедали, и теперь идем болеть за девочек. А они идут еще разминаться на групповой. Так как я в групповом не стою в этот раз, но я не буду никуда идти разминаться. Я тоже. Фух. Надо не больше но встречаем. Я болела? Я первый раз ленту без потерь выступила на Украине. Поздравляю, вообще класс, топ. Даже вас тоже поздравляю новый. С окончанием спасибо. Всех. А у вас еще групповое? Так, ну мне стало скучно, поэтому я иду с пенечком гулять по Киеву. Когда влог выйдет? Он еще снимается, ты говоришь, когда влог выйдет. Когда? Ну, наверное, через недельку. Да, блин, что-то долго. Да еще быстро. Мы с Евусиком пришли в очень эстетичное место. Ну, прям эстетик. Смотрите, какие прекрасные тортики. Я тебя отмечу. Давай. Да какой-то эстетичный сюжет. Насколько здесь красивый десерт. Вот такая вот, Алиночка. Я, кстати... Так, мы законнектились с девочками, и они вообще должны были идти на Крещатик. Знаешь, ты мы с ними. Эй, Алина, ты наложишься?
уже пришли в номер. Сейчас я умоюсь. Будем ложиться спать. Завтра никто у нас ничего не выиграл, никто в финал не попал. Так что завтра мы отдыхаем. И где-то, наверное, в 2 мы будем ехать домой на автобусе. Вот как-то так. Сейчас я буду собирать еще чемодан. И все. Наверное, уже с вами попрощаюсь. Всем спокойной ночи. Всем до завтра. Что там? Всем доброе утро. Мы идем завтракать в Гулливер. Я помыла голову, она у меня до сих пор мокрая. Ну ничего. Все нормально. Ура! Какой лучше взять? Вот этот или вот этот? Вот этот. Да, он очень. Я взяла синнабоны себе и маме еще. Я надеюсь, я его довезу. Я тут продала почку. До Одессы. Я тут, конечно, продала почку. За вот это вот чудо. Теперь можно, девочки, домой. Значит, мы сделали кассу синнабоном. Все. Я купила себе, значит, большой, жирненький. Пикабончик. Обычный. И этот. И необычный. Карамельный. 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 А теперь распаковочка. Оп! Сюрприз. За запаковочком, правда. Все, мы почти собрались. Я надеюсь, что я ничего не забыла. И везу маме домой синнабончик. Ой! Мы уже выселились и куда-то едем. Скорее всего, мы идем в зал, чтобы положить там свои вещи. Мы положили чемоданы в зале и теперь снова идем куда? О! Привет! За синнабонами идем. Опять! Знаете, на зрение минус 3, я вас не увидела. Я, знаете, я тоже Ева, может еще каких-то взять маленьких? Можем попробовать. А чем отличается вот этот продукт? Ну, это смаком, наверное. Нет. Боже, они горячие. Капец, коробка горячая. Держи, мама, я не буду нести. А мы снова пришли в зал. Thank you.
Блоки во блоге? Да, блоки во блоге. Во блоге. Вон, достать не успеваю. Все, мы уже будем ехать домой. А водитель занес, прикиньте, все наши чемоданы. Уже. А мои синабоны куда он поставил, интересно? Мам, куда синабоны он поставил? Он съел сам. Вообще нормально, чувак? Трогать себя. А, нет. Как так-то? Классно, минута, весь... просто минута. Девочки, мы хотели сфоткаться с Никольчиком. Дождь. Это что? А я, короче, чуть не забыла наушники в номере. Чуть. Чуть.